Так, мы в гостях у Николая в доме чая китайской панды. Так, здесь шоурумчик такой небольшой. Тут прихожая. Смотрите, как все в таких темных тонах, какое все красивое. Заходим, давайте покажу санузел. Ну вот это меня просто каждый раз в трепет приводит. Раковина, освещение, душевые. Здесь как бы еще не видно, насколько тут все красиво. Разуклоночка, крупноформатный керамогранит, картина и такое панорамное остекление. Вот здесь сбоку дверь. И вот здесь такое окно. Оно сейчас затянуто шторкой. Красная дверь. О, красиво, опа, пардон. Вот сам чайник. Ферментированный утёсный улун диалоха, железный архат. То есть он такой сильно прожаренный, поэтому такой темный. Он вечерним тоже считается, вечерним медитативный, согревающий. Слушай, а тут непонятно, если я сейчас смотрю, и золотая идет. Да. На свою диалогу, а я, походу, делала на свою диалогу. Я нифига не вижу, если честно. Вот то я увидела, что вот это, я понимаю, что она, скорее всего, не золотая. Я могу ее пополоскать и вернуть. Да. Да, потому что если сейчас не знаю. Ладно, золотая. Да. Все собрать. Бульк. Все поделал это.